Солнечный Баку. Красивая музыка, любимые артисты, много юмора и история настоящей любви. Все это есть в фильме «Жара», поэтому неудивительно, что посмотреть его хочется всем и везде. Хитцы в переводе с немецкого «Жара». И я не просто так заговорила по-немецки. Во Франкфурте состоялась премьера самой горячей комедии «Жара» при поддержке компании-дистрибьютора российского кино в Европе и Америке «Кинокартина ТВ». Они очень инициативные ребята и очень крутые. Мы планируем многое сделать вместе. Вот начали с премьеры фильма. Франкфурт, готовьтесь. Вы будете совершенно точно улыбаться и, возможно, даже громко смеяться. «Жара» — это добрая и душевная комедия. И, конечно же, у вас обязательно появятся любимые герои и любимые сцены из фильма. Меня спросили, кто самый клевый герой в фильме. Это ты. А любимые сцены? Ой, там столько всякого интересного, но в Баку мне очень понравился батл, когда в конце... Самый настоящий жир. Счет, пожалуйста, да. Передо мной вот не надо выступать. Я все равно тебе не буду уступать. Мою нескромность вы мне простите. Хотел бы пожамкать я ваши тети. Счет, пожалуйста. На самом деле, мне тоже эта сцена понравилась больше. Она передает весь самый сок. Долгожданный просмотр – вдвойне приятный просмотр. Вот, например, Яна Чурикова специально не смотрела фильм до премьеры во Франкфурте, чтобы уже будучи наслышанной приятных отзывов, с разогретым интересом посмотреть картину в Германии. Меня сегодня ждет прекрасный вечер, потому что я уже отзывов почитала в интернете. Люди говорят, что фильм легкий, что он позитивный, что тоже очень важно. И мне теперь уже, то есть я уже заинтригована до крайности. Посмотрев фильм «Жара», жители Германии наверняка захотят оказаться и на самом фестивале. У нас есть прекрасная новость. 31 мая в Дюссельдорфе фестиваль «Жара». Да, мы намерены как раз соединить наши усилия и силы в «Картин ТВ» и сделать два больших события. Первое – это непосредственно провести впервые в Германии фестиваль «Жара» 31 мая следующего года. Я как раз ездил в Дюссельдорф, смотрел арену, где это можно провести. И на конец следующего года наметили большой тур. Нам удалось прогуляться по прекрасному Франкфурту с Эмином, у которого только что прошел гастрольный тур по Германии, и узнать, как это было. Тур по Германии прошел хорошо. Было три города у нас – Берлин, Гамбург и Дюссельдорф. В целом я очень доволен, потому что очень тепло встречали. Я давно не был в Германии. И это был первый наш такой полноценный гастрольный тур. Те, кто пришел, как мне кажется, были очень довольны. И совершенно точно мы намерены повторить. В следующем году уже будет большой тур. А вам удалось погулять по городам? Да, обязательно. Мы в каждом городе и прогулялись, и покатались на самокатах. Особенно в это время года здесь тепло, красиво. Как видите, мы гуляем абсолютно комфортно.